кто из русских композиторов был одним из самых крупных представителей синестезии в музыке. Он воспринимал музыку как комплексное восприятие звуков и цветов. Он утверждал, что музыка может вызывать определенные цветовые образы и настроения. Об этом расскажу чуть позже, а сейчас о погоде. Здравствуйте! Вы слушаете прогноз погоды на среду, 31 мая. В студии Дмитрий Барташкин. В ближайшие сутки по республике преимущественно облачно. Ветер северо-западный, порывами до 10 метров в секунду. По северным районам – ясно. Ветер северный – 7,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 4, плюс 9. Днем температура воздуха – плюс 12, плюс 15 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. На юге – малооблачно. Ветер северный – 6,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 7, плюс 11. Днем температура воздуха – плюс 12, плюс 17 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. В Улан-Удэ облачно. Ветер северо-западный 6,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 6, плюс 10 градусов. Днем плюс 13, плюс 18 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. Это был прогноз погоды на среду, 31 мая. Римский-Корсаков в своих записях часто ссылался на цвета, чтобы описать звуковые эффекты. Так, например, в одном из своих дневников он описал цвета музыки в концерте классических композиторов, используя такие слова, как «желтый», «красный», «синий», «белый» и так далее. В своих оперных произведениях Римский-Корсаков использовал композиционные техники, которые помогали создавать интересные цветовые эффекты. Например, в опере «Снегурочка» он использовал мотив с персиками, персиковым тоном для отображения марша «Цветущей весны». Послушать оперу Римского-Корсакова и определить, какого цвета музыка в опере «Царская невеста» вы можете 10 июня в Бурятском оперном театре. Ждем вас, дорогие друзья!